Добрый день, сегодня 3 апреля 2020 года. Это вишня, это сирень. Все стволы завиты, потому что не вся груша прибивается на ее. Ничего не крепится. Это тоже груша на ее. Лесная красавица, все дерево перевитое. Абрикос на слив. Абрикос сливалча на луче. Почки начали пробуждаться. Миндаль, абрикос. На луче абрикосы. Слева. Низ леса абрикосы. Поэтому все спилится, что не примется. Тут с запасом, с резервом. Садятся, иногда ломают. Сидеть здесь очень удобно на этих рогатках. Это на красновисные алчи абрикосы. Не все надо отбирать. Спящие почки просыпаются. Это у забора по меже слива росла, я тоже все выпилю. На боярке груша. Почка уже проснулась. Абрикосы на сливе. Могут не сидеться. Потому что не даже хороший абрикос прививается на сливе. Вначале прививаешь, что прививается из абрикосов. Через год, а то через два. Все, спасибо.